Вместе с этим предложением вы можете формировать единую виртуальную корзину и приобретать несколько товаров. До 0 часов по московскому времени, кстати, можно это делать. Посмотрите, утепленный комплект «Агния». Лот 17611. Угу. Цена от 1190 рублей. Вы скажете, что значит «от»? Пожалуйста, полутораспальный будет стоить 1190, а, например, двуспальный плюс 200 рублей и так далее. Почему? Ну, потому что размер больше, он всегда чуть побольше подороже, все-таки да. Используется. А у нас с тобой еще и секреты побольше используются. Конечно, в данном давай случае. Расскажем о нем. А давай расскажем, ведь это необычный комплект. Во-первых, полисатин у нас здесь присутствует. Во-вторых, это утепленный комплект. И сейчас многие сразу же задумались, зачем мне утепленный комплект летом? А мы вам раскроем тайны этого комплекта, чтобы все сомнения ваши отмести. Но во-первых, как всего, покрывало можно красиво, да, использовать. Я хочу рассказать про комплектацию. В комплектации у нас две наволочки размером 70 на 70. Великолепная расцветка, потрясающая ткань. Также в комплектации у нас совершенно роскошный пододеяльник, который, как абсолютно правильно сказала Олеся, сам по себе выглядит так, что можно и покрывало больше никакое не использовать. Сам по себе хороший, еще и простеганный. И простынь тоже в комплекте есть. Сразу хочу поговорить с тобой о ткани, ведь это его величество полисатин. Любимый мной нежно уже долгое-долгое время. Он легендарный, действительно. Вот мне говорили, что вот есть сатин, это высочайшее качество, всегда считалось во все времена, а полисатин это усовершенствованный сатин, да, это смотри, правда? А есть сатин, наш классический сатин на основе хлопка. И вот в него мы добавляем специальное полиэфирное волокно. Вместе с собой они образуют вот такую двойную скрутку волокна. Для чего? Для того, чтобы достичь максимальной износостойкости. Олесь, знаешь, сколько прослужит такой комплект постельного белья? До 20 лет. До 20 лет краски не потеряют своей актуальности. До 20 лет это белье не протрется и не даст усадки. Потрясающие свойства полисатина здесь еще подружились с тем, что мы его утеплили. И это вот как раз лето давай нам расскажем. Необходимо именно это свойство. Итак, сейчас комплект у нас две наволочки 70 на 70. У нас с тобой пододеяльник двусторонний большой, тот самый утепленный. Ну, не совсем. Классический с секретом. Да, и посмотри, как и он простынь. Хорош. И простынь. Причем мне нравится цветовое решение, потому что я думаю, ты со мной согласишься, что такое цветовое решение актуально в любой спальне. В детской, взрослой, супружеской. Где мы хотим? В городской, за городом. В любом месте. Фантастически красивые хризантемы. Желтые у нас распускаются по поверхности нашего пододеяльника. Ну и такая же у нас абсолютно тон в тон роскошная дизайнерская простынь. Полисатин обладает совершенно удивительными свойствами. Говорить о них можно бесконечно. Во-первых, та самая двойная не дает нам износостойкость. Он долговечен. Мы с тобой уже об этом поговорили. До 20 лет может прослужить нам полисатин при правильном уходе. Мне нравится, что эта ткань не линяет при стирке. Вот эти яркие цветы, Олеся, останутся с нами надолго. Не сминается, не нуждается в отпаривании при глажке. Вот здесь, я думаю, сейчас ну не 50-60% домохозяек выдохнули. И самое главное, невероятно приятная на ощупь, на ней невероятно приятно спать. Но давай уж тогда все секреты раскрывать с тобой все-таки будем. Что такое утепленный комплект? Потому что я вот раньше не встречала. Конечно, таких. Почему? Я тебе расскажу. Потому что утепленные комплекты это эксклюзивные заказы. Их практически невозможно встретить в магазинах. Я их до этого вообще видела только на текстильных выставках. Но я тебе даже боюсь озвучивать, сколько они стоили. Мы сможем сравнить потом цены. Я думаю, попробуем зайти в интернет-магазин и посмотреть, сколько же стоят там комплекты из полисатина. Так вот, тот самый утеплитель, полиэфирное волокно. Потрогай, нежность какая, какой пух, это слушай, фантастика. И он, кстати, к нашему белью основному, я смотрю, как припаян. То есть припаян именно с помощью нашей специальной стежки Ультрастеп. Летом мы с тобой используем такой пододеяльник, как легкое одеяло. А это значит, что мы с тобой экономим на покупке одеяла. Мы экономим на своих нервах, нам не нужно ничего нести в химчистку, потому что стирается наше постельное белье в обычной стиральной машинке. Вот этот материал не собьется, который у нас внутри? Нет, именно для этого мы использовали с тобой вот эту стежку. Ультрастеп это специальное такое запаивание с помощью лазера материала сразу к нашему полисатину. И в данном случае полисатин как раз отлично работает, потому что у него есть еще одно свойство, это терморегуляция. Ты знаешь, я его называю таким домашним кондиционером. Дело в том, что летом он охлаждать может нашу кожу, а зимой согревать. И вот давайте теперь с вами задумаемся. Наступило лето. Даже если отключили у нас отопление в межсезонье, вот я тебе честно могу сказать, Олесь, меня спас такой комплект буквально пару недель назад. Если честно быть, 29 апреля у нас отключили отопление. Поздравляю. Нет, это
было ужасно, потому что погода холодная. Погода была еще тогда холодная в то время. И вот ты просыпаешься ночью и стучишь зубами. Ладно, я, но у меня же ребенок еще так же, как у тебя. И вот как раз комплекты утепленные выполняли двойную функцию. Я туда обычное одеяло заправляла и, собственно, хорошо себя чувствовала. И сейчас все двойное поменялось у нас в Москве. Теперь у нас внезапно пришло лето. Я одеяло вынула, оставила только под одеяльник. Легкое летнее одеяло в этом году не покупала. Слушай, ну это же удобно. Сегодня вы получаете полноценный комплект за 1190 рублей из полисатина. А если вы знаете, полисатин — это очень дорогие комплекты. У меня мама ходила, она говорит, видела, ну да, красивый, говорит, рисунок. Очень красиво, 3D, безусловно. Но цена была что-то не то 5, не то 6 тысяч, да, рублей. Да, значит, это средняя цена. То есть совершенно неадекватные цены, но мы же напрямую сотрудничаем с производителями. Мы именуем посредников, мы именуем различные перевозки логистические, то есть все напрямую. И вот такая совместная акция с поставщиком позволяет нам сэкономить. А в интернете цены совершенно другие, хотя обычно а в интернете цены намного меньше, ну, вот чем смотри, давай мы с тобой сейчас посчитаем. В интернете такой комплект будет стоить минимум 6 тысяч рублей. Почему? Потому что здесь у нас присутствует утепление, потому что полисатин — материал дорогостоящий в производстве, не все рискуют с ним связываться. Наш производитель решил производить именно постельное белье из полисатина. За это скажем ему огромное спасибо. А также огромное спасибо за стандарты качества, невероятно высокие, потому что у нас в комплекте есть вот этот пододеяльник двусторонний. Утепленный, удивительно красивый, подойдет по любому поводу, и, конечно, это великолепный подарок. Вот есть, смотри, две наволочки и простынь. Мне еще очень нравится, что у нас вот этот утепленный пододеяльник выглядит как покрывало. Да. Поэтому для таких ленивец, как я, когда вы торопитесь, да, некогда все застилать, пожалуйста, набросили, просто оставили одеяло свое как есть, а выглядит как ухоженная кровать уже. Ну, конечно. Но ты знаешь, я все-таки за покрывало тоже ратую, но в данном случае абсолютно с тобой согласна. Великолепный комплект постельного белья. Лот 17611.